Мое почтение, друзья мои, всем здравствуйте. Итак, у нас есть вот такой прекрасный аппарат. Мы что здесь собрались? У меня пришли две посылки, за ним рассмотрим. Но выявил интересную особенность. Может, у нас много людей смотрит. Есть узконаправленные специалисты. Кто-то может пользоваться вот этим, мне подскажет. Я не могу выловить. Я уж рассказывал как-то. Это DJI Pocket 3. Новинка. Трехосевой гимбал здесь. Ну, камера, на которой в последнее время я снимаю все ролики. Но у нее есть существенный недостаток. Хотя все бложики хвалят, все эти блогеры. Вот эту камеру. Но я не могу с одной вещью понять. Я тут, у меня тут одна штука высветилась. У меня комбо-версия. Использую вот с таким микрофоном. Миг 2, DJI Миг 2. Вот он. Ну, сразу же я петличку свою использую, когда зимой, так я с петличкой работаю. Очень удобно. Микрофон отличный. Рассказываю плюсы данного микрофона, в отличие от этих же Lark M2, Rode, потом Коймика, который у меня есть. Вот сейчас у меня пишет вот на этот микрофон Lark. Что он не умеет и что умеет, что мне вот здесь понравилось в этом микрофоне. Давайте я вам сегодня техническая такая информация будет. Может, кто-то для себя что-то почерпнет, может, кто-то подскажет. Просто я заметил интересную особенность. У этого микрофона, когда вы его включаете, вот я сейчас его включаю, все, вибрация произошла, он включен. И в течение, если 10 минут я поснимал на него, он сейчас может писать, запись на него есть, там 8 гигабайт, по-моему, встроенной памяти. Хватает. Можете дублироваться. У меня дублируется, между прочим, и в камеру пишется, и сюда. Но это уже не новинка. Но мне здесь что понравилось в этом микрофончике радио, что когда я выключаю камеру, мне роудовские микрофоны постоянно включены. Ларковские, кониковские микрофоны всегда включены. Этот отключается через 10 минут сам. Что существенно экономит батарею, друзья мои. Существенно экономит батарею, потом приходится включать. Плюсов куча. Сейчас даже они в продаже, говорят, появились белого. Ну, по черной, не знаю, появились буквально. Ну, вот я сейчас запись включил. Еще, смотрите, запись пошла. Его как диктофон можно использовать. Без камеры, без всего. Вот маленький диктофон. 8 гигабайт. Включили там или в кармане. И, пожалуйста, он пишет разговоры все. Очень удобный. Хватает его на 12 часов. Непрерывно. Ну, непрерывной записи 8, по-моему, часов. А работает батарея 12, может. Все, и он пишет сейчас. Вот он ищет связь, и он сейчас меня пишет внутри. Как можно диктофон? Могу отключить его просто. Все, звук выключился. Очень удобно. Не обязательно камеру включать, где-то попали там в аудиторию, кто-то что-то рассказывает, интересную информацию. Просто кнопку нажали в кармане, и он пишет как диктофон. Петличка всегда на меня висит. Все записывается. Ну, в судах также удобно. В суде ты не обязан там ходатайство писать, да, что ведется аудиозапись. Ты можешь прийти, просто положить, включать, и он пишет. Достаточно хорошо пишет. Но есть и минусы данного микрофона. Про камеру я не буду говорить. Там свои недостатки. Это сейчас не эта тема. Мы разговариваем о микрофоне. Что мне здесь не нравится, я пишу, потому что всегда звук — это 90% успеха. Если у вас нет звука, вас никто смотреть не будет. Будут там такие же упыри, как вы сами, если вы не можете себе хорошую аудиозвуку купить. Ну, пришли в блогинг, снимаете бложики и без звука работаете. Ну, я не знаю, на чего вы надеетесь вообще. Вот это процент, 90% успеха. Ну и картинка, соответственно, остальное все. 5% ваша харизма, режиссура. Может, наоборот. Нюансы какие? Данный микрофон, что так, что с петличкой, когда вы включаете. Здесь петличка есть. Ой, включила. Пишет моно, один канал, понимаете? Один канал пишется. Не левый, правый там, да? Один канал. Но я сейчас в редакторе показываю, наверное, вставляю, показываю, что это пишется один канал. Но я тут был на рыбалке вчера. И помните, в ролике, где щуку я вытаскивал? Я разговаривал и говорю, подхватит ли данная камера микрофон, если я ее включу. Сейчас я вам продемонстрирую. Что-то, наверное, микрофон я включу. Ага, подхватит ли он? Чтобы было меня слышно. Интересно, умеет он? Да, подхватил. Умеет, значит. Все четенько. Она подхватила этот микрофон. Она уже писала запись. Шли со встроенного микрофона. И я включил этот микрофон. Включил данный микрофон. Камера мне показала, что он подхватил и записывает все. Но когда я пришел
на монтажный стол. При монтаже мне оказалось, что микрофон-то в стерео начал писать. Понимаете? Что-то, наверное, микрофон я включу. Ну-ка, подхватит ли он? Чтобы было меня слышно. Интересно, умеет он? Да, подхватил. Умеет, значит. Все четенько. Стерео! Я был в шоке. Как так? Я его никак не мог заставить. Я всех зарубежных блогеров посмотрел. Там у парочки видел на монтаже. Тоже он в моно пишет в один канал. А тут он в два. Но при условии, если... Вот я условия только не выловил. Не успел проверить. Надо было проверить. Что ты, когда включаешь камеру, да, а потом включаешь микрофоны. Или просто, давайте мы сейчас с вами проверим вот это хозяйство, все, на камеру. Сейчас я вам тут, погодите, себя выставлю. И буду вставлять в... Поставлю петличку сюда. Вот она. И я сейчас буду с двух камер сразу же вам сделаю. Сделаю с двух камер звук. Сначала смотрите. Камера, мотор, поехали. У нас сейчас идет встроенный звук, вот, который идет в комнате. Ну, прямо с микрофонов идет камера. Да, датчик не включен, передатчик. Смотрите, включаю передатчик. Включаю. Передатчик включился. Все, у меня подхватила камера, показывает, что микрофон подхватила. Его сейчас должен писаться стереозвук, понимаете? Стереозвук пишется. Вот сейчас, в данный момент, я пишу с этой камеры стереозвук. Показываю на дорожке, что идет стереозвук. Ну, с петлички, просто мне удобнее с петлички. Можно прямо на микрофон писать. Сюда его повесить, но я пользуюсь петличкой. И петличка, между прочим, получше звук, чем вот с этого прямо идет. Вот такие дела. Сейчас идет у нас звук. Смотрите дальше. Микрофон я просто выключаю. Да? Сейчас микрофон написано, датчик отключен. На микрофоне. Смотрите, я включаю. Сейчас запись не идет. На этот не идет. Я включаю этот. Ну, камера уже включена, соответственно. Включаю микрофон. Мне здесь показано, что датчик включен сейчас. И включаю звук. И проверяю, моно или стерео идет. Парадокс, я не знаю, почему так вот идет. Сейчас должен, по идее, в моно писаться. Ну, я опять же тут скриншоты представляю, вот которые сейчас идут, пишется в моно. Вот он, данный. И еще третий сценарий. Показываю. Блин, как это? Тут с камеры-то с этой не видно. Может так ее развернуть чуть-чуть, вот она пишется. Так, стоп. И, соответственно, что делаю? Смотрите, микрофон не выключаю, выключаю камеру. Все, камера выключилась. Я опять ее ставлю. Включаю камеру. Она пишет, что датчик поймала. И сейчас я включаю опять. Сейчас я, погодите, себя подстрою. Ну-ка, уберись давай. Вот. Опять я включаю и показываю. Сейчас опять пишется в моно. Ну, опять же, зайти, втыкаю с монтажной дорожки, пишется в моно. Парадокс, понимаете? И почему, и как заставить его постоянно в стерео писать? Не могу сказать. Стоп, запись. О чем это говорит? Любые другие микрофоны. Ну, эти же давайте. У меня просто под рукой сейчас эти вот сейчас лежат. Ларки, да? Я здесь могу поставить также моно. Ну, один канал. Давайте буду по-русски рассказать. Один канал. Могу два канала. Могу по разу. Если два микрофона пишутся, их два микрофона, видите, один здесь, один здесь. Еще дорожки распределить. Один будет на этот канал писать, один будет на этот. Могу один заставить просто канал писать, как вот сейчас этот писал. А могу два канала сделать. Это в любом микрофоне. Даже самые дешманские у меня лежат. Ну как, относительно дешманские, 10 тысяч стоят, но вот эти. Комика, которые у меня лежат, они и то в стерео пишут. А вот этот, зараза, но он почему-то только, когда уже идет запись, включаешь. Ну, я сейчас посмотрю, но, по-моему, вот когда даже он просто включен, и ты после уже включаешь микрофон, все равно он будет писать моно. Все комбинации клавиш я тут перенажимал, все. Ну, не мог я заставить ее, чтобы она по умолчанию вписала в этот в стерео. Вот такие дела. Если есть у кого предложение, с удовольствием выслушаю. Сейчас мы будем посылки распечатывать. Погодите, я принесу нож канцелярский. Я не взял нож, не подготовился. Нашел я нож, давайте
будем распечатывать посылочки. Посылки не маленькие, посмотрим, что пришло. Ну, опять какие-то интересные гаджеты. Сам не знаю. Распечатываю первый раз при вас. Сейчас мне найти снег чистить. Не знаю, может, 20 возьму. У меня до теплицы снег не очищен. И вот надо бы его дочистить. А то теплицу скоро раздавит. Так, что у нас тут? Момент истины. Оу. Это у нас Fandil Multiplayer Projector. Он, между прочим, помял ли коробочку Почта России, как обычно. Вот это да. Что он умеет, данный прожектор? 2 килограмма, небольшой, между прочим, такой. Где функционал-то не написан? Раньше хоть было написано что-то. HDMI только, вес, размеры. Home Theater, HD Audio Visualization Experience. Блин, с английским у меня проблема. Не занимаюсь английским и плохо. Ладно, не будем распечатывать. Отдельный обзор будет. Вот такая вещица. Снимаю на этот. Дайте-ка я, знаете, что. Петличку подключу в онлайне сразу, а то у меня звук, наверное, плавает тоже. Так, все, звук пошел с петлички подключил. Просто поудобнее будет. Дальше вторая посылка. Просто будете знать, что вас ждет на канале. Не знаю, сегодня я выходной хотел сделать, но при монтаже вот такую странную особенность обнаружил на микрофоне. Я не, может, мне кто подскажет в комментариях, кто сведущий. Теории не надо. Теории, ребят, я тут все теории я уже испробовал. Пишите по делу, если кто знает, где включить это стерео, чтобы постоянно писалось, или как. Ну, какой комбинация кнопок, где там в настройках камеры тоже нету этого. Там стоит моно в настройках камеры. Я сейчас, наверное, покажу вам вообще-то. Дайди-ка. Покажу за одним пока так. Включаем микрофон. Опять же. Где? Где здесь будет лампочка-то? Сейчас я вам. Где? Не здесь, вот она. Вот он, микрофон работает. Ну, за одним ее сюда повесим. Давайте-ка сразу же я вам продемонстрирую сейчас. Сейчас я. Что сделаю? Сейчас микрофон подключен. Сейчас я настройки покажу. Смотрите, вот здесь три настройки. Про, микрофончик сейчас неактивный и про режим. Смотрите, что я делаю. Я, мне просто так неудобно. Так, как это мне показать? Так. Ой, ушло она. Понажимал, блин. Смотрите, баланс-то. Нажимаю на микрофон. Я сейчас в режиме микрофона. Понимаете? И смотрите, что мы здесь. Канал написано моно. Где? Канал моно. И если я на него нажимаю, ничего не происходит. А вот этот канал, он не моно должен быть. Должно быть написано, что моно стерео. Если я нажимать должен, я могу каналы, по идее, на всех микрофонах я должен, могу переключать. Здесь же он заблокирован, понимаете? Хотя сейчас звук идет, смотрите. Звук, вот видите, вверху бегает с микрофона. Синенькая полоска. Он пишет звук, но не дает переключать. Вот такой баг интересный. Я не знаю, с чем это связано вообще. Есть у кого мысли какие? Как его заставить стерео работать в режиме? Что, не постоянно же запись не включать, а потом подключать микрофон. Ну, глупость какая-то. DJI, вы что там? Курите, блин, опять. О, тут знаете, что мне пришло? Музыкальная колонка. У нас праздник продолжается. Холла 1000 или 100. Сейчас посмотрим. Холла 100. Портабельный party speaker. Exceptional outdoors sound. Тоже обзорчик будет. Хо-хо-хо. Интересные гаджеты пришли. Интересные гаджеты, все. Все, вот такой у нас сегодня был спич небольшой. Я не знаю, что делать. Ой, погодите, у меня там шторы где-то зацепились сзади. Оп, оп.
Есть идеи, пишите. Прошивка ведь прилетала новая, прошивал. Вот этот прошивал. Здесь отдельно, я уже рассказывал, ставится прошивка. Ее не скачаешь нигде, она у меня есть, между прочим. Здесь по воздуху прилетает. Здесь надо скачать с сайта DJI, который в России заблокирован. Они санкции ввели против России. И ты, когда ты заходишь, пишет, страница не существует. Только через VPN, там с определенными действиями, я рассказывал, можно зайти и выкачать прошивку для этого микрофона. Загружаешь сюда ее, ну, подключаешь к компьютеру, закидываешь туда на внутреннюю память, включаешь, и он прошивается. Но ведь прошивка прилетела здесь, я прошил его. А вуз нет там, я не знаю, как включить стерео, он пишет моно и все. А стерео включаться, говорю, когда вы запись на камере включили, я уж поговорю, рунч, включили запись, разговор идет, вы пишете запись, и потом уже при записи видео вы включаете микрофон, и он подхватывает микрофон, и тогда только стерео пишется. Что за глюки, я вообще не могу понять. Понятно, что 99% вам вообще пофигу. Ну, и так, для общего развития. Просто мне интересно, понимаете, как так я тут скоро месяц пользуюсь данной камерой, и не могу я сообразить. Что за беда? Как это лечится? И вообще, это что за баг-то такой? Я говорю, это не у меня одного. Я смотрел, я все зарубежные блогеры пересмотрел. Я видел у них монтажные столы. И также у них в одноканальном системе работает. Ну, в двух я видел. У одного, по-моему, в двухканальном. Или это выборочно, баги такие. Понять не могу. Я сейчас, такая штука была 10 тысяч стоит рублей. Один микрофончик. Он есть. В белом цвете можно пару купить. По одному не продаются, черных пока нету. Но уже в наличии там есть у них. На сайте DJI, на AliExpress еще не продаются. Как появится, куплю второй такой. Ну, Сережа головрезу вяжет, еще что-нибудь. И все. Так, пойду я сейчас теплицу огребать. Не знаю, может, я поснимаю что-нибудь. Мне надо пробиться до теплицы. А то меня скоро сложит, снегом ее там завалило. И почистить. Все. Вот здесь все. Вот такое. Ждите обзора, будет интересно. Пойду на улицу.